Yeah. Рыбака птица на гриле, братики в капне что-то налили. Focus, bro, we focus. У меня большая фэмили, мне нужен шестиколесный чувега в класс. Всем братикам салон. На людях она солидно одета, но дома со мной она голая. Видео из тихо, как мафия. Шкуре не даю внимания. Нету любви, давай до свидания. Такие слова могут собрать, но глазам не обманут меня. Они базарят, когда ты взорвешь, не зовут меня. Но когда я был брок, они забыли вспоминать меня. При этом все базарят, деньги могут поменять меня. Они забили на... Йоу, what's up, мужички? Мы сегодня сидим здесь с Лил Кавказом. Салам алейкум всем моим людям. You already know what time it is. Кавказ Connection. Yes, we good. Мы хорошие, бро. You already know. Чуваки, блять, мы переснимаем интро, потому что я не нажал play на ебаной камере, нахуй. Короче, я надеюсь, вы хорошо проводите это время, братцы. Я надеюсь, вы ставите лайкусик, подписывайтесь, слушайте Лил Кавказ. Yes, мы сегодня слушаем Unreleased, ну, он уже релизнулся на момент того, когда вы смотрите это видео. Yes, альбомщик. Братик, давай, расскажи мне заново, блядь, что, как, куда, кто сегодня с тобой. Братва, со мной сегодня мои братья старшие и младшие. Yes, sir. OG Minai, Кавказ Connection. Yes, sir. Один из основателей Кавказ Connection. Со мной Сержан, он на битах, он мой продюсер. Самый главный из всех моих продюсеров. Всех продюсеров обнимаю, люблю, но вот Сержаном почти 24/7 на связи, you already know. Мясо, чаще, мясо. Чем с мамой вообще. Hard worker. You already know. Да. От Кавказа с любовью альбом. Альбом делал долго, реально. Разные трючки, разные вайбы, связанные друг с другом. Знаешь, попытался создать вот целостную картину того вот отрезка времени, когда я жестко грандил, веря в свою мечту и зная, что вот мой этот bless, моя любовь, она вот, знаешь, в свое время она вот нужна будет людям. Знаешь, я вот чувствовал это всей душой. Людям любви не хватает, знаешь, вот. 100%. Я вот дал. Пацанам не хватает. Пацанам не хватает, бро. These hoes ain't loyal, bro. Да, чувствую вот свою миссию давать вот людям эту любовь, знаешь. Даже если мне дают не любовь, бро, я дам любовь в ответ. Ну, пацаны, на блессе нам не жалко. You already know, брат, 2023. Бля, пацаны, connection. Я не буду врать, мне нравится ваш вайбик, мне нравится ваш настройчик, вот реально. Манеги. С пацанами сегодня Манеги. Пошли прогулялись, кофеечек, не кофеечек, болтали. Пацаны, realist. И это всегда чувствуется, на самом Кавказ деле, знаешь. Connection, пацаны, you already know the vibes, пацаны. Мы пацаны на блессе. Yes, sir. Подожди, обложечку мы заценим. Шарфик Луи, пацаны. Валлахи. Это было рандомно, я не планировал обматывать Луи, чтобы он прям был вот так вот посередине, просто вот мы это снимали в лютую жару, понял, вот, и на фотостудии, мне было пипец как жарко, бро, я вот стоял в этом шарфе в плюс 26 на студосе, в меня дул этот вентилятор, я его, знаешь, сделали вот первое, мы пришли на студос, бро, чтобы ты понимал. Первые 20 минут вот я страглил, вот на меня фоткали, я вспотел. Я через 20 минут снимаю этот шарф, и мне через 2 минуты говорят, одевай обратно. И вот я его быстренько замотал, и получилось, бро, вот так. И вот через 20 минут после начала сета, вот реально вот такая вот фоточка вышла. Пацаны ее увидели, начали кричать. Знаешь, а сетик еще 4 часа был, но пацаны все равно вот эту вот фоточку выбрали за главную. Подшаманили горы, ты знаешь, брат. Ну да, вот горы. Внизу, еще, внизу да. Вот цвета потемнее у обложечки, знаешь, это вот такое, что вот я вот стою вот на этой вот темноте, знаешь, вокруг меня темнота, но в моей голове всегда горы, всегда светлое вот дерьмо, знаешь, это от Кавказа с любовью, брат. Базар, несмотря базар, на всю базар. Грязь вокруг, знаешь, хочется, чтобы вот в моей голове всегда была вот эта вот... Знаешь, вот светло, вот эта вот чистота, знаешь, вот, и хочется вот сквозь года, знаешь, когда через 5 лет буду вот смотреть на эту облогу, чтобы это мне напоминанием, бро, служило, что мысли должны оставаться чистыми, you know. Это 100%, бро. Yes, sir. То говорят, что, знаешь, кэшек там портит людей, типа, да, но да, мне да. кажется, что он просто кэшек вытаскивает, знаешь, настоящую сущность, you already know. You already know the vibes. Да, позорной. Чё, let's get it тогда let's слушать. Интро, let's get it. Продюс молодого битмейкера из Кера Сити. Он сам вообще пацан из Латвии, знаешь, представляет латышский народ, тыча, мы с ним... На чистом латышском, лабден, катывает, вот так вот договорились, знаешь, за битло. Вот на таком вот, знаешь, бро. Этот пацан заблесил меня бит паком, реально. Я услышал этот бит, я такой, damn, this shit is for Кавказ, my nigga. Let's get it. Let's get it. Погнали, бро, блядь. Интрушечка, погнали. Сейчас будет хорошо. Мясо, много, хватит на каждого гостя. Рядом братухи и только. Жарко. У мангала слишком жарко. Кручу, шампур, зажигается сигарка. Кавказ.
Что зажигается, что зажигается? Сигарка, сигарка, бро. Вайбик создан. Кручу шампур, зажигается. Бро, базарю, мяса много, хватит на каждого гостя. You already fucking know let's the vibes, go, let's go, let's go, bro. И я не про мясо, пацаны, я про эти треки, бро, их много. Но мяса тоже много, бро, you already know. Баранчик, lifestyle, you already know. Баран фолк, реально. Чучу, шампу, зажигается сигарка. Топ-канс, кордол, я поднимаю свой бокал. Тычу манит, она харам, всем братикам салам. Кто харам? Бич манит, она харам. Бич манит, она харам, бро. На мягких жало, будто курбан, байрам. Бич из крыса лучше тулан, байрам. Кругом барана я чобан, чобан. Много дыма, это туман, туман. Второй куплет будет понятнее, знаешь. Первый куплет был для Кавказа. Второй куплет был для everybody. You already know. Let's go, let's go. Водка, русский, сигарет американский. Мой костюм итальянский. Мой шутер линкаранский. Фейстайм Нью-Йорк арменджанский. В моем кругу все по-братски. Хочу пури по-аджарски. Мой коннекшн он кавказский. Кавказ, стол. Я поднимаю свой бокал. Тичу манит она харам. Всем братикам салам. Всем братикам салам. Салам всем моим братьям, реально от души, ребята. Бля, отличная интрушка. Поднимаю бокал, знаешь, you начинаем праздновать, типа. You already know. Да, знаешь, да, вот да. Мне, почему я вот выбрал ее за интро, вот знаешь, вот первая строчка. Мяса много, хватит на каждого гостя, бро, заявление ебать. Celebration. Celebration, реально. All life, реально. Celebration lifestyle, реально. Базар, базар. Че, погнали сразу следующий? Погнали, погнали. Следующий Bodrum. Трючок, Bodrum, с моим старшим солджами, да. Базар, базар. You already know the vibes. Produced by Sir. Сержант, проспайся на работу, пора, брат. You already know, проспайся на работу, пора, брат. Кавказ. Немного устал, я сделаю бабки с братом, улечу в Бодрум. Бодрум. Мы на благодарном, мы с братом летим на скромном. Кавказ. Терик Джан нас довезет до аэропорта. Угами сказал, ай, брат, достанем газа сколько угодно. Эй. Поднялся одна, они не просто так зовут меня уже. Бля, ебать, братик, биточек прикольный вообще. Сержант, бро. Сержант, бро. You already let's know. Go, нахуй, let's go, let's go. You давай спиним, спин the shit back. Yes, sir. Немного устал, я сделаю бабки с братом, улечу в Бодрум. Бодрум. Мы на благодарном, мы с братом летим на скромном. Кавказ. Терик Джан нас довезет до аэропорта. Угами сказал, ай, брат, достанем газа сколько угодно. Эй. Поднялся одна, они не просто так зовут меня уже. Мы полетим в Бодрум с младшим просто так почить на пляже. Как я Кавказ, я на бедолажьем. Бич с Урана зовут Наташа. Ее взгляд меня будоражит. Она зовет меня папаша. Сием бич, ты ее мамаша. Уже я в разводе с папашей. Она хочет салам алейкум. Угостили ее босс Баша. Кавказ, я на турецком давай, визаче. Давай, 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 немножко мне это рассказывай. Че вы там кого угостили и что это значит, пацаны? Бро, подожди, бро. Ну. Бро, это... В DM пишет ее мамаша. Так, так, так. Я в разводе с папа... Уже я в разводе с папашей. Она хочет салам алейкум. Угостили ее босбашем. Босбаш это national вот, суп. Сделали короче. Салам алейкум и угостили ее босбашем. Девчоночки на... хотели этого блесса. Баем да. нахуй. Харам. Мы просто угостили... Вкусно, покушали едой. Супчик вместе, культурные знаешь. Культурные парни, знаешь. Посмотрели там на виды всякие, там, знаешь. На босс-баш, что это за супчик? Бро, советую, бро, залетаем. Бро, да-да-да, погоним в Азерский. Покушаем этого бласа. Окей, окей, пацан. Покушаем этого бласа. You already know, реально, the vibes. Она хочет салам алейкум, угостили ее босс-баша. Кавказ, я на турецком Версаче. Валахи, как оригинальный. Заучи, покинем курорт, поедем в грузинский душ. Эй, эй, на турецком, но сейчас поедем в грузинский. День как киски, гаской кс-кс. Брат, мы знали про риски. Брат, мы знали, что все эти крыски хотели бы остановить нас. Орел не летает на низком, ведь вороны могут спалить нас. Кавказ, вокруг никого, кроме близких. Фейстайм, брат, в духом буддистки. Вокруг никого, кроме близких. Съел бич с крыс, нужно зубочистки. Пап, шампейн, это брызги, брызги. С номера слышны визги. Она опустится низко, низко. Даст мне тут за подписку. Кинул фол второго аккаунта. Я знаю, эти маневры. Не про лукум, я хочу рахата. Я с братом прилетел в Бодрум. Bless. Я с братом чилю на Бодрум. Добро, мы приехали в Бодрум. Hey. Мы раньше молились об этом. Боже, спасибо, что мы теперь глобал. Падают листья, падают слезы с неба. Вокруг все на мокром. Слишком долго работал, нужен отдых. Полетим в Бодрум. Слышу азан из мечети, будто хилит мои раны. Мы работали так долго, но теперь мы отдыхаем. Кавказ, немного устал, я сделаю бабки с братом. Влечу в Бодрум. Не так долго, но теперь мы отдыхаем. Кавказ, немного устал, я сделаю бабки с братом, улечу в Бодрум. Мы на благодарном, мы с братом летим на скорую. Два пацана на благодарном, реально. Жан делает такие биты, на которые вот мне хочется прыгнуть, брат.
Вот знаешь, вот хочется. Душа раскрывается. Душа раскрывается. Слэк, что бодрум, не бодрум, типа, глобус, вся хуйня, yes, знаешь, что эти. На войне только с бодрума приехал, блин, не успел этот трек дропнуть, чтобы он там кайфовал под этот трек. Сторку залил, но. Бро, ну вайби, вайби, я уверен, ну, ты полетишь в бодрум, бро, ты точно погоняешь там этот трючок. Я прям представляю, да, вот это какой-то солнечный такой вайбец, все это создается внутри. Но и в то же время, будучи на гранде, будучи вот на стрессе, послушаешь трючок, такой, блин, надо гранде жестче и лететь в бодрум. Расслабляет он как-то, знаешь? Yes, sir. Типа yes, ты sir. Такой настрагивый. Я не хочу напрягать людей своей музыкой. Я хочу, чтобы они слушали такие кавказик. Спасибо тебе. Вот реально отдохнул реально с кайфом, бро. Да, да. Знаешь, да. Вот так. Пацанам реально, бро, я постоянно эту темку говорю, yes, что пацанам вот нужен вот этот вот вайбик, чтобы они не забывали, что всем тяжело, yes, все sir. Ебашут. Ребята. Все будет заебись. Ребята, нам тоже было тяжело, нам и сейчас тяжело, и с каждым днем все тяжелее и тяжелее, но мы держимся, мы остаемся сильнее. You already know top G mentality. Let's go. Скажи им. We focused, bro. You already know the vibes, Kafkas connection. Базар. На рахате, да? Prod by Arni, bro. Подожди. Арни, старичок, сделал бит, бро. Шатаут, Арни, это мой большой брат. Большой салам, Арни. Yes, sir. Респект, Арни. Yes, sir. Арни, респект, брат. Спасибо тебе за бит, реально. Шатаут, Арни. You already know the vibes. Кавказ connection. Кавказ. Damn, Арни going crazy on these motherfuckers. Yes, sir. Yeah. Лил Кавказ, ты знаешь, коннекшн нет, Кахпыш за моим столом. Кавказ. Кого нет за столом? Нет, Кахпыш. Шлюхи. Вот, бро, ты мне не забывай немножечко yes, раз этот, понял? Yes, sir. Но, хотя я просто, наверное, буду спрашивать yes, что-то. Yes, sir, спрашивай, бро, что непонятно, спрашивай yeah. с кайфом. Лил Кавказ, ты знаешь, коннекшн нет, Кахпыш за моим столом. Кавказ. Пишет Джана, хочет мид, но я гожу, отвечь потом. Видел пару дижды лохов, не следят за языком. Они хотят играться в тру, новых шкафу скелет полно. Скелетов полно реально у этих ублюдков. Гаждалахи это долбоёб. Да, yeah, yes, sir. Подпускал себе битча с крыс, но теперь двигаюсь так осторожно. Там мой братик со старой, и у них есть там своя таможня. Скафа русский, как положено, сердце холодное, будто мороженое. Я не упертый, если не прав, признаю, очень тут блесс. Валлахи, не знаю, как урвал, звонит бич с Варшавы, забыл ее нем. Я просто зову ее курва, я становлюсь фигура. Болю, как карта тура, пишем бит. Кто там застыл, но это не манекен челлендж. Достал кинжал и оп, застыл. Damn. Но это не манекен челлендж. А это, блядь. Бро, мы кэпим в своих текстах, бро. You already know the vibe. 2023, бро, мы кэперы, бро. Арни базар, что Брикстер меня научит больше, чем Кембридж. Сделаем налик, что-то инвестим, что-то потратим. Я в работе, у меня нету времени на тати. Кавказ. Оп, хотят достать меня, но я на рахате. Хай, брат. Я на рахате. Кавказ. Я в холодной Европе, но братик, ща на Арбате. Салам алейкум. Я не упертый, если не прав, признаю ошибку, это несложно. Кавказ. Хорошие тоже вот эти строчки. Если не прав, то признаю ошибку, вся хуйня. Yes, sir, брат. Это сильно, брат. Брат, нету идеально здесь, брат. Все совершают ошибки, знаешь. Важно, как ты реагируешь на них, брат. 100%. You already know the vibes. Как ты левелапаешься, меняешься. Yes, sir. Анализ проводишь, вся хуйня, бро. Говорят, знаешь, типа, ты левелапишься, и челы говорят, ты меняешься, типа. Но это не ты меняешься, это они стоят на месте, понял, типа. Да, я тоже думаю, типа, люди там некоторые говорят, что, блядь, люди не меняются. Yes, sir. Блядь, в смысле? Если ты в течение, там, 15 лет такой же, как и был 15 лет назад, просто ты нихуя не апгрейднулся. Yes, sir, you already know the vibes. Типы просто начинают тебя реально в моменте не понимать, знаешь, которые раньше, там, базар. Типа, были на близком. Базар. Им хуй объяснишь. Знаешь, просто люди делятся на два типа. Те, кто хотят выбраться с района, и те, кто не хотят выбраться да, с района. Да. Некоторым на районе по кайфу, типа, знаешь. А кто-то просто, типа, не хочет сложности дополнительных. Базар. Лет в 40-45 эти типы, ну, будут, типа, грустить, что они нихуя особо базарь, не попробовали, базарь, понял? Базар. Потому что так же намного ярче жить, интереснее. Базар. Она же... You live only once, типа, yes, братик. Yes, sir. Надо что-то придумать, yes, пока ты здесь. Следующий трек Prod by Сержан тоже, с моим старичком Lil Vanом. Lil Van, я не знаю, ты наслышан, не наслышан. Я знаю. You already know the vibes. Да, погнали. Let's go. Shout out Lil Van, мой братик. Let's get it. Холодная Европа, брат. Бля, мне нравятся вообще биточки, они прям, знаешь, подобраны. Вот там, yes, sir. Я еще не знаю слов, но вот типа холодная Европа, я чувствую вот этот yes, пасмурную хуйню. Бодрум я тоже такой бам-бам-бам. Знаешь, вот я на альбоме мог сделать типа разные фиты, бро, с разными старичками, которых я респектую, которых музончик я люблю, но я люблю делать музыку с людьми в одной комнате, знаешь, вот. Mm-hmm, и вот, и Оуджи со мной были в одной комнате, когда мы делали бодрум, знаешь, и Лил Ванчик был рядом со мной, я вытаскивал из него эти парты просто кавказские, реально. Лил Ван залетел, как будто он родился на Кавказе, бро, понял? Погнали, послушаем его. You already know the vibes.
полетели. Нам солода Европа, yes. Но мы курим желато, да. Брат, какие загоны, у меня перк в карман, yeah. Братик Джан, бросай эти перки, это игрушка шайтана. Я бросаю лишь суку, брат, а не все для квартал. Там солодна Европа, я пою сердцем, нахуй мне ноты. Кавказ, Кавказ коннекшн, брат, я объединяю народы. Я собрал малышки, брат, что соединяю стакань. Она пил совсем чуть-чуть, но ей вдруг стал спокойней. Мой бя весь мать как гопник, но они базар, я матник. Че, вот это было? Я весь мать как гопник, но они базар, я мотник. И Ванёк дальше базарит. Че он говорит? Я в мехарах на блоке, я поплыл, как будто бы Оуджи. Я весь мать как гопник, но они базар, я мотник. Я в мехарах на блоке, я поплыл, как будто бы Оуджи. Red Lil Bitch летит на халяле, я с Кавказом, говорит маме. Её мама не говорит папе, но я сам всё расскажу папе. Папа Джан красавчик, вырастил для меня вайфи. Будем сипать сироп, у Кавказа на свадьбу. Кавказ. Нам принесут шахплав, рядом все мои братья. Братва. Мы танцуем сивол, но мы ща на Кавказе. Там солода Европа, но мы курим желато. У меня перк в карман. Братик Джан, бросай эти перки, это игрушка шайтана. Бросай. Я бросаю лишь суку, брат, они все для квартала. Бросай, да? Yes, sir. Мне нравится название следующего тычка на 6x6 G-Wagon, да, да, шестиколесный, да, да. G-Wagon. Да. Not Gonna Lie, вот Кристальчику очень нравится этот трек. Базар? Yes, sir. Кристальчик, когда я дропнул сниппет, репостнул его, саппортнул, реально кайфанул. Базар. You already know, старичок, люблю тебя. Да, шатаут Кристальчик. Держа проспасен, на работу пора, брат. Кавказ, у меня большая фэмили, мне нужен шестиколесный G-Wagon. Кавказ, сука, заплачет на моих руках, нет времени на ее проблемы. Пусть я стал холодным, будто тундра, я не могу полюбить суку, играем по-крупному. Кавказ, когда бы прыгать, суки меня не заметили, я был под куполом. Пусть а когда поднялся прайс, все эти суки вернулись как бумеран. Я молю, блесни, боже меня, две белые джаны моложе меня, жить да, на него уничтожит меня. Подожди, две белые джаны это девочки? Моложе меня. Это девочки? Да, да, джаночки. Просто yeah. Опять эта история с Кристалом, тоже там, две суки, две суки. You already know the vibes, брат, you already know the vibes, этот старичок знает. Да, он знает 100%. City boys world, да. Это 100%. Привернулись к пуле, две белые джаны моложе меня, жить да, на него уничтожит меня. Бро, моя экс так сильно скучает, что она ищет прохожих меня. Я не могу доверять этим сукам, ведь знаю. У них все под кожей змея. У меня большая фамилия. Вот этот вот вайб прям вообще такой дорогой, знаешь. Типа на заднем едешь по Москве, понял? Вот по этим улицам едешь. Просто на заднем. Большой фэмили, шестиколосный. Брат, у меня 41 двоюродных братьев и сестер, брат. Бро, подожди, тебе нужно 6 шестиколесных. Бро, you already know, on the way, брат. On the way, on the way, we grind. В натуре, да. Я был один, мне было так грустно, но я всегда верил в победу. Я всегда верил в победу, пацаны, let's go, нахуй. Да, я тоже, да, блядь, пацаны. Подожди, я мы тоже, верим пацаны. В победу, бро. Дайте мне ручку, брат. Yes, sir, брат. Yes, sir, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Locations. Кавказ. Сэмми. Я локейшн. Сержант, проспать, на работу пора. Давай. Вообще, кстати, охуенный тоже трек, пиздец. Сейчас поднимется пацанчик, буду за каждый трек реально роялти брать. Не надо заливать эти локейшн. У меня так много опа, все на мне помешаны. Нету сожалений, все мои решения в бешмах. Мое уважение приносило мне коннекшн. Кавказ заказал тартар. Кушаю руками, будто варвар. Со мной вылетает еще ворона, мутит каркара. А латышка, но шоколадная, мой фандар. Мне не нравится, Кавказ танцует, как фандар. Влюбляется, одно свое сердце я не отдам. По пятницам она с подружаниями по клубам. Зовет меня с собой, но у меня с братьями Джума. Мы на джамате. Давай. Каждую пятницу, да. Джума, праздник. Да. И мусульмане собираются в мечеть по пятницам на вот обеденную молитву. И все вместе молятся. Я там говорю, зовет меня в клубы, но у меня с братьями Джума, а мы на джамате. Джамат это... Вот, да. Джамат намаз это, ну, совместная молитва, групповая молитва. Все, понял. Я на джамате. Я молился долго, я хочу быть на рахате. Я молился долго, хочу купить гелик, батя. Он заслужил, когда убил свое эго, брат, я как будто ожил. Я слишком долго, я не про это жир. Я болю за Кавказ, как Бен заболит за Алжир. Я Кавказ, эти парни, как профессоры при кафедре. Они меня не знают, но базарят, что мы каферы.
нельзя. Они звали братухой, пока им так было выгодно. Похуй на слова, я читаю по глазам их. Я давно понял, что все эти челы кишты лохи. Слова могут соврать, но глазам не обманут меня. Они базарят, когда ты взорвешь, не зовут меня. Но когда я был брок, они забыли вспоминать меня. При этом все базарят, деньги могут поменять меня. Они забили на свою бро, я не понимаю, бро. Почему они так делают, бро? Ебать, бро, это очень жестко. Бро, подожди. Я не понимаю, почему они так делают. Давай заново включим это дерьмо. Блять, это реально, пацан тоже свиньи, нахуй. Бро, я не понимаю, почему они так делают. Бро, я был в подвале, всем было... Я был в подвале на студосе, всем было похуй на меня, бро. Я просто вот делал эти треки, вот только мои пацаны были рядом со мной на связи, реально. Всем было похуй на меня, брат. Антуре. А когда вот пацанчик начал шуметь в интернете, они же все живут интернетной жизнью, брат. Для них real life не имеет значения, они факин для интернета маму продадут, брат. Бро, я вообще не понимаю, как ребята реально сейчас... Важнее хайп, чем, типа, там, заработок даже для бро, людей. Бро, типа, знаешь, хайп тоже нужен, брат, но у всего есть свои пределы, брат, знаешь, да. Типа. Я не про хайп, наверное, хотел сказать, я именно про популярность, типа. Yes, sir. Людям как будто важнее именно популярность в интернете, yes, sir. Чем там, ладно, принципы, блядь. При даже том, что челы обычно хотят вот эту популярность, при этом ничего не сделая, просто за кого-то зацепившись, брат, знаешь. Типа, видит кто-то папин. Прыг. Прыг на вагончик. На последний. Чух-чух-чух. При этом все базарят, деньги могут поменять меня. Они забили на свою же логику, ставили крест на нас, но мы ставим нолики на прайсы. Я видишь букву Б на моих пальцах. Я как будто на плоти мне пришлось увидеть много грязи. Я раз это не я еще. У тебя был трючок, что-то я что-то на. Мысли вслух два. Да, да, да. Yes, sir. Да. Бля, мысли вслух тоже еще та легендарная трилогия, bro. Да? Yes, sir. Трилогия пока что, бро, я не знаю, как, ну, я не знаю. Ну, как All Black, брат, типа, 11, 3 бро, я думаю, что это на всю жизнь, реально, мысли вслух на всю жизнь, знаешь. Когда хочется сказать, да? Когда хочется сказать. Следующие мысли вслух будут капелла под пианино, не будет бита, я буду просто базарить факт. И нужен клип одним дублем, понял? Yes, sir. Yes, sir. Знаешь, там... Клавиш тайп щит. Да, 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 да. Я представляю, прям представляю. Yes, sir. Суки, ведь я знаю, по пятам ходят рази. Я меня ждет моя родня на Кавказе. Я Кавказ. Кавказ. Yes, sir. Not gonna lie, мы прошли вот такую вот половину альбома, да. Когда дальше. Я не знаю, но вот дальше прям кино. Кино? Yes, sir. Погнали, братья, yes, тогда послушаем это. Посмотрим. Yeah. Слишком близко, подожди. Бро. Produced by A Global. Я вообще сначала думал, что это один чел, да. Это один битмайт. Оказывается, бро, это 808 Mafia Type Shit. Там несколько пацанов, они называются A Global все вместе. Они кукапят вместе, работают там. Чуваки, вот реально очень много хаслов чуваков. Бро, что ты понимал, A Global мне закидывает раз в неделю пачку там 40 битов, брат. Типа, выбирай, не хочу, знаешь. Шатаут и Глобал. Шатаут и Глобал, реально, пацаны. Мы никого не забудем, пацаны. Мы, пацаны, на Блэссе, реально, всех отблагодарим. Бит Мясо, один из любимых моих треков на альбоме. Я считаю, что на концертах, вот мы будем прям... Припевчик, да? Буду петь вот с толпой. Буду даже не читать, буду давать ребятам петь, реально. Давай, давай, йо, давай, давай, погнали, погнали, погнали. Со всеми порвал коннекшн, брат. Нет время на мелкие вещи, время каш. Я бегу за кэшем, да. Мне нужен был врач, я посадил ментал. Еду 130 по блоку, брат. Мне похуй на точку, ведь она рентал. Слишком близко, я отпускал этих питчей с крыск. Себе слишком близко, я когда-то любил их, когда-то за них молился. Да, нет диплома, но много учился. Да, я много трудился. Редко слушал маму, но надеюсь, она гордится. Двигаюсь тихо, как мафия. Шкуре не даю внимания. Нету любви, давай до свидания. На какой трек? Прям флоу такой же у тебя был. Сейчас, подожди. Двигаюсь тихо, как мафия. Шкуре не даю внимания. Про футболиста, про футболиста. Мои экс ушли, будто Неймар из Барса в ПСЖ. Ты про это? Нет, нет. Про футболиста. Марко, я лояльный Марко Ройс, Боруссия, да, 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 вот этот флоу похожий. Так, типа, ну, ты знаешь, да, вот этот, типа, прием, как, типа, на своих же треках да. Начинают, типа, флоу использовать. Бро, вот я... И повторять, да. Подсознательно это по-любому. Да, 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 бро, знаешь, это такая штука, что, бро, душа поет. А я тебе и не говорю, что, типа, это плохо, yes, понял? Sir, я просто такой yes, вспомнил, типа, yes, вот sir. Этот база, был вайпик. База, да, база, да, да, yes, да. Sir, от души, брат. Ты чувствуешь, ты чувствуешь. Шкуре не даю внимания, нету любви, давай до свидания.
Эти шалавы так любят косячки, сразу кидать оправдания. Я так устал от их вранья, им доверять, брат, нету желания. Работал, 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 без выходных будто скоро. Халяльный кэш, мы не воры, справа G и филю как поло я. На людях она солидно одета, но дома со мной она голая. Я не позволю суки зафрендзониться, baby, sorry, но ты не единственная. Мне пишут суки, давай познакомимся, и я с кайфом отвечаю взаимностью. Я не позволю себе дезморалиться, эти шкуры, как и прежде, магнитятся. Эти цифры, они как-то рисуются, эти блэнсы, они сверху нам сыпятся. Но всех этих вампиров, но теперь я летаю на Питерном. Душа кричит, брат. Заранее скажу, бро, не горжусь, что у меня нет диплома. Но, пацаны, даже если у вас нет диплома, учитесь, реально, учитесь. Не стесняйтесь учиться, не стесняйтесь впитывать в себя. Шатаут всем моим старшим братьям, которые мне на своем примере вдохновляли. Ну, знаешь, не позволили мне вырастить гиждалахом, знаешь, без диплома, тупым, знаешь. Обязательно, когда сделаю бабки, стану посвободнее, пойду выучусь на доктора, реально. Буду лечить этих сучек. Грязный ублюдок, нахуй. Не шепчет волны, брат, погнали. Бро, нажми на паузу, маленькая предыстория. Давай. Кукапили этот бит с Сержаном вместе часов в 14-15. Я, короче, был на работке. Где-то пригнал на работку в 11 утра. В 11.40 где-то начали кукапить. Он мне скинул 17 версий этого бита. Выбрал 14-ю на трек. You already know. Там сэмпл, душа. Мои земляки поймут. Базар. Yes, sir. You already know. Погнали, погнали, погнали. Все поймут. Кавказ. Мне шепчут волны, реально. Двигаю стих, как Хайзенберг, пока руки не будут завязаны. Мои внуки все будут заряжены, мои муки должны быть оправданы. Я на грани с бедолагами, ай, брат, я не факаю с салагами. Нас называют бездельниками и бродягами, слава богу, не собаками. Слушаю волны, они мне шепчут: Кавказ, остать голодным. Как я бегу за сумкой, ведь все эти твари, они не верят банкротам. Моя мама легенда, как Донда. Где бы ни был, я филю, как дома. Я на пляже слушаю волны, они мне шепчут. Не верю этим шайтанам, они продадут маму за рейтинг. Мне шепчут волны: Кавказ, застать холодным. Брат, я стал холодным, как тундра, но зато не буду голодным. Мне нравится энергия, вообще пиздец. Брат, you already know. Нахуй, бро. И вот эти строчки прям, ты знаешь, ты прям их вырываешь из себя. Да, брат, душа. Я не умею писать, на отъебись. Мне всегда надо сделать попизже. За нами наблюдает Всевышний, и дофигище народу слышит это стиль, тот же вызов брошен. Понял, вот мой музон, это поколение, которое слушало Гуфа, выросло, понял, и делают музон, бро. Только еще и кавказец, крэзи, с Европы вообще. Соусика дал туда, эту аджику еще туда, понял? Да. Не вздумай быть слабым, Кавказ, не вздумай быть слабым. Эти шайтаны любят усталых. То, о чем мы базарили с тобой сегодня. Да. То, что мы устаем, бро. Когда мы говорим себе, что мы устаем, да, шайтан приходит и завладеет тобой. Нельзя уставать. Нельзя, брат. Нельзя унывать. Нужно в моменте, да, типа ловить себя. Бро, ловить себя, что нет, это шайтан приходит и говорит мне, что я что-то вот неправильно делаю. Я делаю все, заебись, я сильный. Кстати, я топ-G. Знаешь, что, брат, я заметил? Что self-talk, типа, вот ты как-то разговариваешь с собой, yes, эти мысли в голове, ебать, они типа решают. Да, брат. Это да, прям, брат, вообще вот, пацаны, это тоже я вам говорю, ёб. Да. Всем пиздец тяжело, и чем больше ты ответственности сможешь контролировать, базар, тем больше ты добьешься, типа, знаешь. Базар. Все начинали с первой хуёвой демки. Да. Я тебе говорю, как и музыкант, если ты популярный музыкант, ебать, у тебя ответственности, сколько людей, yes, сколько тебе завязано. Yes, sir. Типа, yes, sir. Поэтому рэперы, пожалуйста, обращение к вам, пожалуйста, следите за тем, что вы говорите, потому что дети слушают, впитывают, ты как да, бы, ну, да, в наших руках... Следующее поколение. Я хочу, чтобы следующее поколение были красавчиками, брат. Бля, вот именно. При бабках, бро. Чтобы все были на бабках, на тачках, на домах. GTA lifestyle. Чтобы не в компе в GTA, конечно, играли, конечно. В RP, понял? RP, у нас, а братан, real life GTA, у нас вся брат. Страна на RP, нахуй, севера. Они знают, где, блядь, можно у них, где машину ездят. You already know, брат. Немецкие, только там, ёпта. You already know, брат. You already know. Что это за сэмпл? Короче, есть у нас национальная артистка Азербайджана Шавкат Алекперова. У нее есть песня, называется «Ля Пеляр». Она там поет «Пцилдашир, пцилдашир, ля пеляр». Это означает «мне шепчут волны». Mm-hmm. И я вот, я, короче, был... И сэмплик, и бро, при этом припевчик я немножко. Я был подписан в Инстаграме на аккаунт, называется «Retro Azerbaijan Music». И я просто форвардил Сержану музон оттуда, понял? Uh-huh. И я когда увидел, вот там был кусочек, там такая черно-белая ее картинка, понял, из 80-х, этот трек,
86-го года запись вот этот вот трек. Я Сержану сходу перенаправил, и я такой, бро, завтра делаем это дерьмо, брат. Базар. И все, дальше уже все остальное это история, брат. Следующий трючок ловим мечты, такой говоря, не-не-не-не, следующий трючок бира, брат. А, не-не-не, сори. Я поплыл, брат, я поплыл. Следующий ты produced by Конда Чела. You already know Players Club, shout out моим игрокам. Конда Чела тоже нахуй двигается теперь, блядь, на микрофонах. Yes, sir! Рыба коптится на гриле, братики в кап, мне что-то налили. Подожди, нахуй, что они там налили, бро? You already know, мне, знаешь, что нравится, бро, когда ты рассказываешь про еду, блядь. Yes, sir, я люблю кушать, бро. Я хочу пойти сделать этот брат, гриль. Брат, я жду тебя реально вот у нас дома. Давай, бро, давай жду сделаем, тебя, конечно. Жду тебя в Европе, реально. Очень хочу поесть. Делаешь теперь эту визу, приезжаешь к нам, OG на мангале, реально, бро. Это баранинка будет папин просто, реально. Папин. Не знаю, вот этот рыба на гриле, я такой, бля, все, я домашняя атмосфера, понял? Кавказ, рыба коптится на гриле, братики в кап, мне что-то налили. Я планты давно все забили, пахну как планты, учуешь на милю. Боль всю жизнь мне шепчет на ухо, это мне сыграло на руку. Много газа, как будто боку, и в газ на мне, как братик по духу. Боже, береги нас от этих чертей, молю небеса, чтобы все было сейф. Делаю мили и положу в сейф, я куплю маме дом, нафиг VVS chain. Годы идут, но я остаюсь сейф, моя экс меня ненавидит, ну и с ней. Не играю с кардеином и Хеннесси, много гранда ради легаси. Подожди, брат, а мата ведь, получается, нету, да, у тебя? Нет, брат, я стараюсь вообще без мата, чистый музон, там есть иногда периодически матные слова, но русский язык, он прекрасен, иногда ты только матным словом можешь вот всю атмосферу передать, понял? Да, да. Но не хочется использовать мат, как вот, знаешь, вот как повседневный лайфстайл, что типа, о, бля, пиздец, бля, все заебись, типа, знаешь, вот. Как я, типа, да? Не-не-не, бро, ты знаешь, почему? У меня тоже такое бывает, бро, мы с тобой, пацаны, знаешь, вот, эмоциональные, понял? И поэтому реагируем на типа пиздец, знаешь, вот такое. Мы тоже, знаешь, типа, когда мне Гуф прислал аудио, вот первое самое, знаешь, вот он прислал. Мы были на студосе, нас 5 человек, я просто орал, вот матерился, ходил вот отчасти, знаешь, типа. Жестко. Поэтому в этом нет ничего такого. Не, знаешь, у меня что еще есть? У меня есть вайб того, что я вот сижу типа дома, дохуя смотрю Ютуба на английском. Yes, sir. И у меня есть вайб, что я типа просто реально стал хуже разговаривать на русском, братан. Я не знаю почему. Ты слышишь, как он разговаривает? Да, sir. В моменте человек. Бро, все, это чисто тикток-схема, вот этот момент, знаешь? Я забываю русский. Yes, sir. Yes, sir. Да, брат. Что, полетели дальше? Let's go. Они-то ангелы на плечах, и от грязного булшита, брат, я давно bulletproof. Я чилю дома, со мной с бэби, я себя филю, как будто я гуф. Дай мне сюда свою жопу, иначе сегодня я вряд ли смогу уснуть. Много работал, ты чё себя не жалел, ведь знал, что долгий мой путь. Сезон охоты, ты охотишься на суку, но я охочусь на мечту. Я не могу взять в жены шкуру, это харам. Кристи говорит, не доверять этим шмарам. Они мутят скриншоты, брат. Это сложно контролировать, как и коту. Проходило время, нашел к слабостям пин-коды. Я стал хладнокровным, но всегда был к ним добр. Допускал ошибки, они меня ловили. Они легко простили бы, если б меня любили. Шайтан в их голове пустил эти корни. Здесь в моей голове битва и бокс с ней. Рядом только фэмили, ай, брат, мне так комфортнее. Здесь ты настилил. Вот реально, блядь, тречков 5-6. Вот эти вот прям жесткий такой настил. Бро, я обожаю это дерьмо. Из души, понял? Я обожаю это дерьмо. Это я кайфую реально от этого дерьма, брат. Базар. Я кайфую от так этого. Так видно, ёб. Хуя ты просто вообще на таком вайбике, ёб. Я на халяле, я не пачкал нос, за это благодарен маме. Бро, я видел 1000 раз на компании, мне где-то 3000 раз предлагали, но я отказался. Я б не смог потом делать намазы. Я молодился, и я умру Кавказом. Бог подкинет пару испытаний, и мы оправдаем его шансы. Кавказ. Я. Конда. Yes. You already know, Кавказ Connection, Players Club, you already know. Мы Шарап. Хорошие, бро. We good, мы хорошие. Yes, sir. Вот эта хуйня, we good, мы хорошие. Yes, угорает. Чё, last one. Бира, что такое бира? Бира — это моя кликуха в Керосити. Бро, я должен сказать, что с этого началось написание. Ну, альбома. Да. С этого трека началось написание альбома. Это был такой переходный трек. Uh-huh. Это произошло в конце 2019 года, в начале 2020 года. Я сделал трек, демочку, и там была строчка «Лил Кавказ, характер орлиный». Uh-huh. И ко мне подошел Эклерчик. Шатаут, Эклерчик, старичок. Ко мне подошел Эклерчик, такой, чел, не хочешь, ну, под именем Лил Кавказ выпускаться? Вроде угарный нейм, типа. Mm-hmm. Такой подумал, походил 3-4 дня, переосмыслил все, понял, насколько это
серьезная ответственность, понял, Лил Кавказ очень говорящее имя, и я не могу опозорить этот name, бро. Я делаю это для всего Кавказа, реально, от Кавказа с любовью, ребята. Все так могут, реально. Если вы делаете что-то там, если вы пытаетесь, делайте, не останавливайтесь, когда чувствуете, что это дерьмо горячее, кидайте мне, я вам помогу, пацаны, you already know. Топ-джи щит, нахуй, на сегодня много этих было. Yes, sir, брат. Погнали, братец. We good. Где ты пропадал, ира? Я тебя искал, ира. Вижу, ты не спал, ира. Дави на газ, бира, и на моря, бира. Они базарят, керосите, дыра. Чел чувствует. Бич это хана, бич это хана. Бич зовут Ира, чилим красиво. Пахнет малина, она малина. Там переход, бро, разъёб. Бро, я этот трек включал, Либи, бро. Бич зовут Ира, да? Да, бро. Она красива. Она красива, бро, я врубал этот трек Лимби. Да. Он чилил как-то в Керосити, шатал, братик мой, салам алейкум. Ухали, реально, душа. Ебать, так вот прочувствовал вот этот вот моментик, переходик. Он меня уговаривал, что я должен сделать это, типа, припевом. Я такой, бро, оставит, все. Лил Кавказ на ее руке, это хна. Да. You already know the vibes. У нас девочкам, знаешь, не принято татухи бить обычно. И поэтому я как бы показал, что... Но она дает, типа, рядом со мной девочка вот такая, которая не бьет татухи, но хной она написала Лил Кавказ. Потому так что живые, она, типа, знаешь, да. Показала, что пахана не боится, готова получить пиздюлей дома за Лил Кавказика. Я тебя искал, бир. Знай, я тебя искал, бир. Рядом только мои горилл. Кинжалы огромные, как пилы. Я полю, как лила. Увезу маму на виллу. Будто бы книга. Вайбик, братик, не буду врать. Yes, sir, you already know the vibes. Это от Кавказа с любовью, ребята, you already know. Братик, все в релизе есть. Душа, отсылочки на баскетбольчик. Про еду, блядь, yes, вообще моя любимая. Yes, понял, sir, yes, sir, you already мама, know. Победа пацанов реальных, yes, типа, sir, вся хуйня. Yes, давай, братик, нахуй. Пацаны, yo, короче, что я вам хочу сказать? Лил Кавказ. Yes, я помню, sir, какие-то клипецкие, вся вот эта хуйня. Yes, sir. И типа супер необычный вайбик, короче, душа, понял? Прям душа. Свой, прям вот ты задаешь, вот ты говоришь Лил Кавказ, я ты сам прям репрезентишь на самом бро, деле. Бро, я тебе говорю, я чувствую на своих плечах такую ответственность. Это они... ответственность, это замечательно, что ты ее чувствуешь, но при этом это очень, короче, круто, ты в принципе выполняешь. Бро, историю, но я просто вот всю дорогу реально, я люблю музыку, я люблю вообще вот рэп, я такой музыкальный энтузиаст, знаешь. Да. Я люблю делать музыку, я делаю музыку, чтобы, бро, уехать из района и делать только музыку, понял? Mm-hmm. Вот ничего больше в жизни не делать. Это очень круто. И вот, делая музыку, я всю дорогу наблюдал, что пацаны вот с Кавказа, знаешь, вот пытаются всю дорогу сделать рэпчик, вот, знаешь, жестко при этом попытаться репрезентить вот Кавказ, знаешь. Тонкая грань есть между real shit и вот мемчиком, знаешь. Mm-hmm, mm-hmm. И вот некоторые пацаны, знаешь, вот просто... как будто бы вот в мемчик вот сами неосознанно превращались, знаешь, да, вот этого да. вот дерьмо. И вот я боюсь, что вот я всегда 24/7 об этом думаю, что вот делая треки, что чтобы типа не получилось в итоге так, чтобы меня как мем воспринимали, что Лил Кавказ это какой-то мем ходячий. Не, Лил Кавказ душа ходячая, вот делится блэсом кавказским. Да, бро, тем более сейчас вот рэпчик такой более типа серьезный, yes, на плаву. И поэтому, да, прям не надо отступать от, этой, yes, sir, от этого вайбика, yes, прям показывать свою культуру, топить, yes, sir, чтобы типы твои тебя слушали и поддерживали, yes, жестко. А я хочу сказать, и... что вот трек Бира реально всем битмарям шатаут кинул, это Myron Beats, молодой красавчик. Спасибо базар, тебе, базар, Мирончик, базар. Реально, от души, брат, от души за битло. В 2019 году мне его скинул, что-то послушал, кайфанул, до сих пор звучит свеженько, базар. Но там его чуть-чуть... Шатаут диджей Айран, как я тебя чуть не забыл, старичок, прости! Диджей Александр Волк. Yes, sir, диджей Айран, Александр Волк. Отвечали за микс, мастеринг на альбоме, бро. Базар. You already know. Шатаут вообще моим пацанам из R&B клуба. Реально Shout за то, всем. Что поддерживают меня с самого начала. Шатаут платина. Yes, sir. Yes, sir. Шатаут реально. Бро, вот есть несколько челов, которым хочу шатаутнуть. Вот, кто меня репостил в самом начале, это Джарахов Эльдар. Вот, репостил меня, суппортнул. Это Слава Мерло у меня суппортнул. Шатаут этим старичкам, шатаут Наваи, шатаут Джакалип за то, что репостили меня. Шатаут My Waves, you already know. Шатаут всем вот красавчикам, кто меня репостил. Шатаут Каспийский груз. Шатаут Каспийский груз, душа моей земляки просто вот реально. Бро, так много народу сейчас суппортит и выражает любовь. Если, ну, кого не упомянул, ребята, знаете, я всех люблю, всех помню. Спасибо. You already know, Кристина Си, baby girl, what's going on?
куча мужской любви, реально. Yes, sir. No homo. No homo, брат. No куча homo. Реально мужской no homo. Любви. Пацаны, хасл будет награждаться. Yes, sir. Если что-то долго хаслить и что-то не получается, попробуйте куда-нибудь там, попробуйте что-то поменять. Yes, sir. Но нужно ебашить. Человек. Yes, sir. Если получится, это лучшее существование на планете Земля. Yes, нахуй, sir. Скажи им, брат. Это скажи факт. Им. Скажи им, да. You already know. Это правда, пацаны. You already know. Поэтому да, чуваки, чё? Лил Кавказ? Yes, sir. Давайте. Ну, это Virgo season, bro. Yes, sir. Это Virgo season. У меня скоро днюха, я дева. Это Virgo season, bro. Короче, братцы, да, идите стримьте альбомчик. Yes, sir. А, нет, на альбоме у меня вчера была днюха, брат. Это Virgo season. You already know the vibe. Ты вчера, это значит... 31 тебя... августа. 1 августа. А, все, прям супер скоро. Yes, sir. Да. Это вот я вот понял, наступает днюха, и в нули после днюху я такой вхожу, у меня альбом выходит, такой damn. Это круто, реально. Вхожу в 29-й год вот на биг степе, понял? Дай бог, чтобы весь этот год был биг степерским. Натуре, натуре. Сделаю натуре. Эту котлетку, свожу маму на Кавказ, реально, you already know the vibes. А потом, нахуй, чуваки, с пацанами на Бодрум, нахуй. Yes, Бодрум, sir. Yes, sir. Yes, sir. Брат. Лил Кавказ, братцы. От души, брат. Джон Хауэвер. Пацаны, подписывайтесь на Джона Хауэвера, ставим лайки, колокольчики. Yes, кто yes, этого, sir. Кто посмотрит выпуск и не подпишется на канал, ребят, зачем вы живете? Это бич с крыса лайфстайл, реально, бро. Yes, sir. Давайте, ебашьте. Yes, ебашьте. От души, брат, мы будем. Всем ровным пацанам тоже успехов, братцы. We good. Знать. Мы любовь, хорошие. Нахуй. Мужская любовь на гомо. Джон Хауэвер, Лил Кавказ и... We out. Мы good, мы хорошие, бро. Кавказ. Кавказ.